за здоровый образ жизни. Сегодня в администрации по поручению главы Дмитрия Жарикова прошло заседание антинаркотической комиссии. Какая работа проводится в Серпухове по профилактике наркозависимости среди молодежи? В репортаже Ирины Баракиной. Сообщи, где торгуют смертью. Инновационные методики, акции, квесты, флешмобы, социальная реклама. Муниципалитет принимает активное участие в реализации областных и муниципальных проектов по внедрению новых форм профилактики наркозависимости. Главная цель работы – приучить ребенка к здоровому образу жизни. Работа проделана большая, хорошая. Конечно, есть много недостатков, потому что все-таки это зло у нас в городе, оно присутствует, к сожалению. Но само по себе, извините, повторяюсь, что работа действительно ведется. Большая работа по профилактике ведется и в системе образования. В каждом учреждении города разработан социальный паспорт. Это краткая характеристика микрорайона, его особенности, категории жителей, наличие предприятий. На его основе два раза в год формируют межведомственные банки данных. Эти банки данных формируются в образовательных учреждениях на сентябрь, на январь месяц каждого года. Они позволяют нам посмотреть и выделить ребят или семьи, которые могут составлять или группу риска. В группе риска подростки из неблагополучных семей. Так, в Серпухове прошел рейд «Безнадзорные дети». В нем приняли участие почти 40 представителей образовательных учреждений. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних были проверены самые популярные у несовершеннолетних места сбора. Это железнодорожный вокзал, торговые центры, стадионы, рынки, парки, недострои. Подобные мероприятия, по словам специалистов, приносят результаты.